Глава региона обратился к министру образования и науки России Дмитрию Ливанову с просьбой увеличить число бюджетных мест в Курском государственном университете. Речь идет о 200 местах по различным направлениям подготовки специалистов. Положительное решение этого вопроса будет способствовать дальнейшему развитию высшего образования в Курской области и созданию благоприятных условий для ускорения темпов социально-экономического развития региона. Александр Михайлов подчеркнул, что благодаря плодотворному взаимодействию областной администрации и КГУ количество педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет около 20%. Тем не менее, кадровый вопрос для сферы образования остается актуальным.